Сегодня повсеместно отмечается праздник «День семьи». Ведь семья – это маленький мир, в котором царят свои нормы и традиции. Семье нужно уделять как можно больше времени, ибо человек без семьи – что дерево без корней. Сегодня поучаствовать в конкурсной программе собралось порядка 25 семей из районов области и города. Все они люди, можно сказать, творческие, а иначе не решились бы принять участие в данном мероприятии. Мы считаем, что наша семья всегда впереди, мы самая лучшая семья. Мы оцениваем на 100 баллов. Потому что мы верим в свои силы, в свои таланты. Особых критериев отбора здесь нет. Семья может участвовать как из трех, так и более человек. Задания довольно интересные. Нужно оформить семейную выставку, показать вокальный, инструментальный номер, на исполнение которых дается по 7 минут. Также мы хотим провести акцию «Синминжаним Беремысты». Также пройдет психологический тренинг для родителей. И пройдет работа с детьми, это игровая, будет игровая музыкальная терапия. В настоящее время необходимо формировать у молодежи должное представление о семье, не только повышать уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение к семейным ценностям. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей. В этот праздник проводятся различные публичные и праздничные мероприятия, где семьи представляют свои творческие работы. Можно с уверенностью сказать, семья – важнейшая часть жизни, поэтому и существует этот замечательный праздник – День семьи. По итогам соревнования семьи-участники будут награждены дипломами и подарками от Управления образования. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.